Всем привет! Сегодня у нас в обзоре фильтр по очистке воды. То есть это не антиквариат, это обычный фильтр, который будет, надеюсь, чистить воду. Вот такая марка у нас, аквафильтр. Решил снять, конечно, такое видео, может быть, кто-то поделится опытом. Вот, может быть, хорошо, плохо, то есть интересно, то есть что вы напишете, то есть под роликом, то есть у кого какие воспоминания. Какое качество воды, то есть вы давали ваши фильтры, ваши системы. Значит, это у нас краник такой будет на рукомойник цепляется, и по нему уже будет течь водичка очищенная. Вот такой краник, симпатичный, интересный такой. Значит, эта система польская, не знаю, хорошая, плохая. Попробуем, конечно, как, чего оно будет. Вот эти все необходимые детали, в общем, здесь провод, вот эта вот штука большая, черная, откручивает колбы, сейчас покажу их. Это такой мини, такой краник, переходничок, перекрывает воду, открывает именно уже под фильтр. Это вырезается здесь все, ну, все легко как бы и понятно. Это дополнительные фильтры. Мне, кстати, женщина-продавец подарила их. Вот я до покупки это использовал фильтр обычный, кувшин, воду. Вот, но решил что-то взять поинтереснее, помощнее, скажем так. Вот это в подарок, три штучки вот такие вот фильтры она мне дала. Вот говорит, они как бы быстро выходят из строя, то есть где-то за 3 месяца, за 2, то есть качество воды, конечно, по Украине не очень. Я думаю, что многие меня поддержат, может быть, даже и фильтры пойдут купят себе. Вот, однозначно надо. Значит, покажу фильтр, вот такой кувшин. Вот такая кассета здесь используется. Вот мы им давно уже пользуемся, где-то пару лет. Кстати, у меня здесь и ложка серебряная лежит. Тоже, кстати, неплохая штука. Водичку еще дополнительно насыщает серебром. Вот она. Также хочу обратить внимание, если вы положите монету, то есть монета начнет портиться. Поэтому будьте внимательны, лучше положить ложку. Потому что если монеты есть серебряные и дорогие, туда ложат, то есть вы только испортите. Вот, потому что я как-то положил вот сюда стопки, то есть оно съедается водой. Потому что качество воды очень плохое. Поэтому ни в коем случае монеты я не рекомендую туда ложить. Потому что у меня стопка испоганилась, ну в принципе... Как бы для меня это ничего страшного, а вот если редкая дорогая монета, то это уже как бы потеряете деньги. Потом вот такая штука дополнительная, 130 гривен стоит, как бы тоже посоветовала мне установить. Это если я не ошибаюсь, это у нас для насыщения воды, то есть какая-то вот приятная вкусная вода будет, сказала, ну по крайней мере так. Так, это у нас штучки крепления, это наверх. Вот, и вот сама система вот эта. Вот сюда вкручиваются колбы и устанавливаются под мойку. Вот сюда на болты, на крепление. Вот сюда оно вкручивается. Сейчас, может, попробуем сделать. Здесь разные такие штучки, там резиночки, прокладочки. Значит, какой принцип? Вот здесь запакован еще один фильтр. Вот сюда мы вкручиваем. Пока мы без фильтра, потому что мешает. Завтра уже придет мастер, поставит.
И вот такой принцип. И плюс две таких еще колбы вот сюда. Раз, два, три. Вот так вот цепляется, и водичка здесь циркулирует. И вот эти фильтры, вот это все будет очищать. Получается, в каждой колбе, вот в такой, будет по фильтру. Вот, плюс сверху вот здесь вот еще будет стоять. И еще на подоконнике стоит еще, то есть больше чуть-чуть подлиннее. Еще один такой вот, типа такой вот колбочки длинной. То есть будет, получается, 5 ступеней очистки. То есть я думаю, что водичка будет неплохая. Довольно-таки неплохо должно получиться. Также мне интересно, напишите под видео, может, какие-то есть негативы, скажем так, вот после употребления, вот после очистки вот такими системами. Может быть, что-то положительное, негативное. То есть интересно от вас услышать это. Вот, может быть, какие-то другие бренды, может быть, может, какие-то фильтры надо отдельно заказывать. Вот. Ну, а нам уже завтра поставят, уже попробуем воду. Вот, и самое главное то, что менеджер в магазине сказал, что уже можно не кипятить. Можно за баклажками, вот как я уже много лет уже в магазин хожу, покупаю, то есть на разлив. Там 1 литр, по-моему, 40 копеек стоит. Уже настолько это все приелось, уже, что даже и цены иногда забываешь, то есть там сколько за литр. Вот, и кстати, посмотрел по телевидению, вот такую воду на разлив, то есть не рекомендуют. Вот, и даже врачи, потому что в ней нет ничего полезного, то есть ни бактерий, то есть ничего. То есть это, по сути дела, мертвая вода. Да, она очищенная, без хлора, без всякой гадости, то, что идет по водопроводу, то есть к нам в квартиру, но она, к сожалению, она не живая. Я когда разговаривал с менеджером, то есть я сказал все свои запросы, скажем так, то, что мне надо, вот, чтобы вода была живая, то есть она посоветовала вот такую систему. Вот она там польская, аквафильтр называется, вот. Вот, может быть, посмотрите, может, себе такую купите. То есть я ни в коем случае не рекламирую, просто показываю, делюсь. Может, кому-то и пригодится. Вот, потому что такое нужно устанавливать, ставить себе, вот, чтоб не было камней в почках и так далее. Потому что с водой заносится очень много гадости в организм. Очень много различной ерунды. Вот, и вот такие вот фильтры, все оно как бы ставится, меняется. Вот такой фильтр в прозрачную колбу раз в 3 месяца, вот, а остальные вот сюда раз в полгода, то есть нужно менять. То есть по цене там где-то там приблизительно 350-400 гривен, это цена по Украине. То есть это в принципе недорого, зато вы будете дома, через краник вы включили. С баклажками не нужно уже будет бегать, можно забыть уже об этом. Ну, если только воду не выключили. Вот, я думаю, что будет все окей. Вот такая вот штука. Ну, завтра, может, поставят. Завтра еще сниму контрольное видео. Вот, попробуем водичку. Вот, и посмотрим, как, чего оно будет у нас в итоге. Вот, думаю, всем понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!